Добрый вечер. По просьбе нашего моего подписчика я записал короткое видео о том, каким образом в программе Voxler можно открывать, просматривать, визуализировать данные из программы CROT, программ для георадара ЛАЗа. И на примере этой площадки я покажу, как легко и просто подготовить данные из крота для Voxler. То есть что нужно для этого? Надо иметь Voxler 3-4, оба открывают, и нужно иметь программу CROT последних версий, например 17-18, в которой можно сохранять данные 3D в специальном формате для Voxler. То есть в чем специальность Voxler состоит? Специальность Voxler состоит в том, что необходимо 4 значения: X, Y, Z и четвертое значение той самой величины, которую будет показывать Voxler. То есть x, y, z это координаты. В данном случае мы будем использовать как величину, мы будем использовать значение амплитуды. То есть на этой великолепной площадке вы видите две округлые формы. Это курганы, это археологический памятник в Киргизии. Это данные в НИСМИ. Предоставили мне любезно компания в НИСМИ такой файл с замечательным примером. Это была экспедиция Петербургского музея в Республику Киргизия, где производились георадарные исследования. Можно посмотреть, кстати, как здесь проходили линии профилей. Видно, что здесь профилирование было достаточно часто, с шагом 20 сантиметров. То есть все сделано по методике, соблюдение методики. Что здесь можно еще увидеть? Здесь можно в этой свежей версии крота можно увидеть не только вид сверху, но и вид по обоим осям. То есть в данном случае видно, если кликнем, допустим, на центр одной из окружностей, мы увидим эти окружности здесь в разрезе, то есть как они видны. Одна окружность, середина, так скажем, структура этой окружности внутри, как она, и вид поперечный этой структуры, то есть какое-то здесь понижение. То есть интересно, можно уже что-то делать. Что нужно для того, чтобы эти великолепные данные сохранить в текстовом формате для Voxler? Нужно зажать кнопку Shift и нажать кнопочку «Сохранить». Должно появиться вот примерно такое же окошко, стандартное окно сохранения. Выбирайте текстовый формат, задаете название файла. Например, оно у нас будет курган, и нажимаем сохранить. Начинается сохранение. В зависимости от мощности вашего компьютера процесс может занять от 30 секунд до нескольких минут. Вот файл сохранился. Дальше мы идем туда, где мы сохранили этот файл. Этот файл, вот, его 82 мегабайта весит. Хочу показать, что получается. У нас, как видно, есть значение x, y, z, наносекунды, это временная шкала, значение амплитуды, вот, ALG, и время. Время, когда было произведено измерение. Все, это мы сделали. Такой файл у нас есть.
Что теперь нужно? Теперь нужно этот файл открыть в Excel-ской таблице. Идем в Excel. Открываем Excel. Пустая книга. Файл. Открыть. Ищем, где мы сохраняли наш файлик. Ищем его в любом. То есть нам не нужен все файлы видеть. Открываем наш файл Курган. Открываем файл Курган. Нас Excel спрашивает, что делать с нашим файлом. Вот как его. Да, у нас файл с разделителями. Далее соглашаемся. Символом разделения является точка с запятой. Пометили. Далее. Формат данных общий. Готово. Все. Excel начинает обрабатывать и открывать наш файл. И тут проблема. То есть данных значений реально очень много. И Excel не может открыть. То есть если кто-то знает, как увеличить это или как сделать так, чтобы Excel проглотил все эти данные, ну, напишите в комментарии, буду очень обязан. Итак, соглашаемся с Excel. Что у нас есть в результате? У нас есть X координата, Y координата, Z координата, глубина временная, наносекунды, значение амплитуды и время измерений. Я удаляю столбец наносекунд, я удаляю столбец время измерения и оставляю только 4 столбика X, Y, Z, значение амплитуды. Все. Иду это и все это сохраняю как? И сохраняю это в своей папке. И сохраняю это как Excel-евский файл. Книга Excel. Все. Курган сохранить. Сохранили. Все. Открываем наш Voxler. И это то, что у вас должно получиться. Как это получить? Открыли мы программу Voxler, рабочее окно программы Voxler. Оно стандартное для всех программ Voxler. И перво-наперво нам нужно импортировать. Вот здесь есть вкладочка импорт, импортировать наши данные. Я нажимаю кнопочку импорт два раза. Потом выбираю здесь свой файл Курган. Excel-евский. Нажимаю и жду, пока программа его переварит. Так, программа его переварила. Отлично. Теперь самое важное, в этом файле нужно увидеть, что вот здесь вот worksheet columns. Здесь нужно увидеть, что x-координата соответствует столбцу А, который у нас x, b-координата, y-координата это столбик b, y, z это столбик c, z, и компонент, который мы будем сопоставлять, это значение амплитуды, вот он у нас здесь. Это мы сделали. Теперь нужно менеджер модулей. Нужно выбрать модуль Grider. Вот, мы взяли модуль Grider. Просто перетянуть его нужно. Вот здесь просто берете, нажимаете и перетаскиваете. Все очень просто. Берете этот Grider и потом желтый кончик от кургана тянете, не отпуская кнопки, до Grider. И они как бы коннектятся. И потом, увидев, что они законнектились, вот оно от него не отлипает, вы нажимаете кнопку Begin Gridding, то есть начать гридинг. Пошел процесс гридинга, пересчет, все наши X, Y, Z и значение амплитуды сейчас пересчитываются и выстраиваются таблицу.
визуализацию. Ничего не произошло. Ничего не произошло, потому что нужно совершить еще одну манипуляцию. Нужно к этому добавить модуль трансформации. То есть и так же самое гридер соединить с трансформацией. Отлично. Мы это сделали. Трансформации ничего как бы пока мы не видим. Почему? Потому что нужно теперь добавить графические исходные данные. Что мы увидим на графике? Можно добавить модуль осей. Вот наши оси появились. Вот уже визуализация началась. Потом можно добавить модуль Face Render. Перетащили, соединили, кликнули на желтую, выбрали Outpad и соединили. И вот ваши первые данные уже здесь. И ваши данные уже здесь, в Voxler'е. Вы наслаждаетесь первым результатом. Дальше. Можно идти дальше. В Face Render'е есть настройки. Можно поменять цветовые значения. Можно срезать, как резать этот кубик, как тортик. То есть вот по различным осям можно срезать. Этот пирог, который у нас получился. Можно поменять еще раз цветовую палитру, чтобы, возможно, лучше разглядеть. Но это один из примеров. Следующий исходный можно взять такой модуль, как Oblic Image. Так же самое соединяем Connect Output Data с Oblic Image и работаем с Oblic Image. Так же самое заходим в General, главные настройки, выбираем какую-нибудь интересную кричащую палитру. И поднимаем, вот переходим к Cutting Play и поднимаем. И здесь у нас уже начинает что-то прослеживаться, какие-то контуры. Можно отключить Face Render. Можно в Oblic Image выбрать качество разрешения. То есть я поставлю максимально хорошее, это Very Fine. Поставлю интерполяцию. Это важно, чтобы он все вот эти пиксели он интерполировал в что-то разборчивое. Итак, у нас четко прорисовался контур кургана. Одного из, потому что Excel не подтянул все наши данные. Но, как видите, картинка пестрит. Я думаю, что ваш интерес к возможностям Voxler возрастет, и вы попробуете все вот эти модули графические, что они могут, как они могут помочь в интерпретации, в распознавании форм, объектов, и поделитесь своими находками в комментариях, и будем дальше разбирать вот этот славный союз крота и Voxler. То есть
Всем спасибо за внимание. Задавайте вопросы. Будем разбирать. Ставьте лайки, звоночки. Подписывайтесь, рекомендуйте. Все. До скорых встреч. Счастливо всем.